Проверки стройплощадок Главгостройнадзор осуществляет регулярно. С наступлением лета их количество увеличивается. В каникулы у детей появляется больше свободного времени. Чаще всего они его проводят на улице или остаются без присмотра взрослых. Озадачены и озабочены тем, чтобы на строительной площадке, а строительная площадка – это зона повышенной опасности, здесь были все приняты меры, которые не позволили бы детям проникнуть туда. Ну, попала ситуация, возник ребенок там, да, на площадке каким-то образом, самым невероятным, да, мы смотрим, чтобы площадка была надлежащим образом устроена. В этот раз инспекторы посетили стройку в поселке Измайлово. Работа здесь кипит, на объекте трудится порядка 30 человек. Производятся монолитные работы, армирование плит перекрытия и каменные работы, устройства кирпичной кладки. И стараемся соблюдать все меры техники безопасности. Из положительного инспекторы отметили, что все работники находятся в касках, стройплощадка полностью ограждена забором, имеется подъезд, проведено освещение, информационные щиты и пункт охраны, но также есть и недочеты. Отсутствие предупреждающих знаков безопасности. Захламление территории, порядок складирования строительных материалов. Часть замечаний устранены в ходе проверки. На остальные, значит, будет дан срок для устранения. У компании-застройщика по закону есть 20 дней, чтобы полностью устранить все недочеты, а потом очередная проверка. И если есть грубые нарушения, придется заплатить штраф от 100 до 300 тысяч рублей. По словам представителя Главгостройнадзора Московской области Валентины Зверевой, в Ленинском районе большинство стройплощадок соответствуют правилам содержания. Но контроль будет осуществляться регулярно. Ирина Бокова, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.